Меня зовут Булбул Картанбай. Я являюсь основателем и директором Академии женского хоккея в городе Нур-Султан. Здесь до меня не было, в принципе, этой секции. Девочки были, которые хотят играть в хоккей, а возможности не было. Тренировки у нас проходят на бесплатной основе, так как это социальный проект, потому что я считаю, что все абсолютно дети должны иметь возможность заниматься спортом. Как дела? Хорошо. На самом деле очень классно наблюдать за нашими детьми, потому что за столь короткое время они достигли таких результатов. И очень приятно смотреть на то, что они сплоченные, дружные и вот занимаются спортом. Коленом закрываешь, корпусом закрываешь. Для спортсмена самое основное – это его здоровье. Здоровье, в которое он вкладывает каждый день. Когда он высыпается, когда он правильно ест и когда он ухаживает за собой. Я пришла к тому, что вредные привычки – это враг номер один. Я считаю, что алкоголь очень плохо влияет на здоровье. Вредит не только спортсменам, но и, в принципе, всем людям. И от этого появляется проблема у человека. Здоровый образ жизни нужен всегда, особенно нашему подрастающему поколению. И наша общая цель – привить детям правильные привычки уже с детства, чтобы у них формировался характер, чтобы они были сплоченные. И тогда у нас будет больше чемпионов и больше такой молодежи, которая будет воплощать все свои смелые идеи. Я считаю, что наше будущее поколение, они должны превзойти нас, и мы, конечно, в этом их поддержим.